Скажите, а очень неожиданно было мне узнать, что, если журналисты, конечно, по нашей цеховой привычке не напутали, что вашим идеалом является Грета Гарбо. Это правда или вы знаете, это вам вложили в уста? Вы знаете, идеалы, наверное, только в детстве существуют. Вот как? Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Но это, понимаете, то есть я... Вы уже идеала. Вышли из детского общества, возраста, думаю, да? Да, судя по возрасту моего сына старше. А нет, это не имеет отношения. И у вас сейчас не существует идеалов. Вы сейчас на тонкий лёд сейчас вступаете. Да, я объясню. Есть люди, позицию которых я уважаю, и они есть... Это не идеал. Это, понимаете, идеал, само слово... Что такое идеал? Для кого-то идеально одно, для кого-то идеально другое. Ну хорошо, давайте я переформулирую. Бывает, что вы смотрите работы какие-то, ну, я имею в виду Грета Гарбо или не знаю, и думаете, вот я так хочу, я так не могу, но хотела бы... Вы знаете, я могу сказать, я могу снизиться и перейти к сегодняшнему дню, к сегодняшнему театру или к сегодняшнему кино. Я с большой нежностью отношусь к Ренате Литвиновой. И как, она давайте уточним здесь. Ренате Литвиновой как к человеку, как к актрисе. Актрисе? Да, и с большим уважением как к женщине. Как режиссеру? Как режиссеру. Вы знаете, она мне интересна во всех проявлениях, на самом как деле. Как режиссер? И как... я не говорю, что она идеальна или я все принимаю, но она мне интересна. Это разные вещи. Тебе человек может быть интересен, но тебе может не нравиться, что в данный момент он делает. Угу. Мне человек интересен, я в отличие от журналистов не канонизирую. Понимаете? Журналисты обычно, вот они смотрят на человека, да, вот мы так. Журналисты, да. Мы канонизируем. Вы знаете, пожалуйста. И мы вот все ваше семейство канонизировали. Ну хорошо. И вот мы прям сужаем круг. Значит, я объясняю. Я не понимаю, по каким законам играет человек. Я актриса, и я многое из того, что вижу, как делают другие, я понимаю, и я понимаю, могу я это сделать и как это сделать. Я сейчас говорю о Ренате. Я могу сказать о Розе Хайруллиной. Ну ладно, мы же сейчас говорим на самом деле о вашем семействе. Зачем нет, вы говорите сейчас про идеал или про то, что уже мы не говорим. Мы говорим о вашем семействе. Ну большое хорошо. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы вас любим, мы вас канонизировали уже. Спасибо. Вот. И я с вас беру слово, что вы с Олегом Павловичем поговорите насчет того, чтобы он как бы линейку полную выстроил. Он уже был Антон, уже были вы, пусть он тоже приходит. Для полноты картины. Ну, к нам. Почему нет? Да, все. Зависит от вас, наверное. Ну, нет. Вот зависит на самом деле от вас. Я знаю, что зависит от вас. В этом есть доля правды. Спасибо. Спасибо вам, Марина. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».